Друзья, сейчас особые аплодисменты. Я приглашаю сюда Антона Вакуленко, ребенок, посол ООН в России по целям устойчивого развития. Аплодисменты Антону! Дорогие друзья, здесь сегодня собрались дети, у которых, как у меня, есть проблемы со здоровьем. Таким, как нам, конечно, жить труднее, чем другим. Но мы за счет упорства, с помощью наших родных, близких, боремся со своим недугом и стараемся жить полноценной жизнью. Но гораздо опаснее будет, если ухудшится экология, климат, и случатся экологические катастрофы. А это вполне возможно, потому что абсолютно точно доказано, что глобальное потепление происходит. Многие об этом не знают. Другие знают, но ничего не делают, чтобы предотвратить катастрофы. К счастью, есть такие люди, как легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов и легендарный эколог-пловец Льюис Пью, который в следующем месяце собирается совершить заплыв в Антарктиде, в подледном озере, чтобы привлечь внимание всего мира к тому, что ледники в Антарктиде тают. Этот заплыв будет неимоверно сложный. Льюис делает это, рискуя своим здоровьем и даже жизнью. Поэтому он попросил и Вячеслава Фетисова, и меня, и других соратников его поддержать и полететь в Антарктиду вместе с ним. Я не знаю точно, разрешат ли мне врачи туда лететь, но я готовлюсь к этой экспедиции, закаляюсь, занимаюсь спортом и читаю об Антарктиде. Мы все можем помочь Льюису предотвратить экологическую катастрофу. Мы должны просвещать людей в экологии, говорить об этом как можно больше, знать и, главное, хоть что-то делать. Уже 80% огромного мирового океана заражено пластиком. Мы теряем десятки тысяч животных видов из-за этого мусора. И если каждый из нас, кто откажется от пластиковых пакетов, пластиковой посуды, лишних пластиковых игрушек, тот хоть немного поможет природе, океанам и их обитателям. Также есть много других способов, чтобы помочь природе и улучшить экологию. Их вы можете прочитать на наших и других эко-сайтах. Благодарю за внимание. Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было б весело в компании такой и до грядущего подать рукой. Парни, парни, это в наших силах землю от пожара уберечь. Мы зовем за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч. Вместе мы зовем за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч. Браво, Антон! Браво, ваши аплодисменты! Молодец, красавец, настоящий боец!